Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Марат Мухамедзянов. Я хотел бы исполнить вам Джузеппе Верди арию «Риголетто». Откуда вы к нам приехали? Я сейчас живу в Подмосковье, в Химках. Вот, а вообще приехал со Ставропольского края, из Невинномысска. Марат же, у него есть другая специальность. Он врач. Да. Вот. Но он фанатично занимается вокалом. Он поет в школе Галины Вишневской уже весь ведущий репертуар. Он живой. У него замечательный педагог Анатолий Лошак. Мне кажется, что «Риголетто», конечно, пока еще не надо, потому что форсирует он. Он форсирует. И вообще, вот если бы убрать этот недостаток, когда наверх он идет, и он поднажимает все время, нажимает. Так. У вас есть реальный шанс проработать меньше в этом жанре, чем вы могли бы, если вы будете петь этот репертуар, на мой взгляд. Это одна из самых крепких партий мировой. На ней ломались судьбы. Вам нельзя петь этот репертуар в данный момент. Абсолютно. И у вас технические вопросы есть. Вы поете силовой манерой. Понимаете? Это серьезно. Поэтому, мне кажется, когда вы идете, претендуете показать уровень своего мастерства, прежде всего вы должны определиться, кто я. Я лирический баритон или я крепкий баритон?